Начнем сегодняшнее повествование с обзора на качельку. Это американские горки Евростар, если я не ошибаюсь, называются. И самый косяк, то, что мы находимся в Анапе, можно сказать, так, в центре курортной жизни, там парк аттракционов, туда проход на море, и здесь нет деревьев. Не поверите, вот они были. Их просто кто-то спилил, чтобы лучше было видно качельку. Вот такая вот хрень, ребята. Кстати, аттракционы работают, вон колесо обозрения крутится. Ну, я вам говорю, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас прогулочка по Анапе. Я сегодня не один, с Данилом. Данил, помощь ручкой. Прогуливаться будем по нашим территориям города. Температура воздуха у нас плюс 17 градусов, солнышко светит, хотя ехали с Витязева, здесь довольно-таки было пасмурно. Есть небольшой ветерок, который поддувает, а также, самое главное, хорошее настроение мы с собой взяли. Находимся на улице Красноармейской, на пересечении с речкой Анапкой. Дальше туда пойдет Пионерский проспект и посмотрим на все изменения, которые у нас здесь происходят. Я думаю, что это будет очень интересно и полезно для каждого человека, кто думает, приехать сейчас или нет, есть ли что интересное или нет. В общем, ответим на все ваши вопросы, ведь изменений здесь, особенно в этом районе, очень-очень много. Вот так вот, парк джунглей, я его тебя буду называть, на территории которого украли тополя. Вот так вот выглядит вообще карта территории. Интересно, есть ли какие-то изменения, кроме спиленных тополей, или нет. Ну, кстати, здесь деревьев даже на плане не видно, то есть поэтому их и убрали отсюда. Новые павильончики строят. Кстати, очень красиво выполнена отделка с обезьянками, с тиграми. Потихонечку идет подготовка к открытию, по-моему, всех аттракционов. Вот, допустим, колесо обозрения уже работает. Но нам больше всего интересно, сколько это все стоит. Сосны, вот они вот высадили, но пока не вырастут, пройдет еще очень много времени. А вот тополя исчезли довольно-таки большим объемом зелени. Ну, кардинальные изменения я, честно, никаких особо не вижу, вот только вот эти маленькие павильончики, но их не переделывают, а в большей степени распаковывают. А почем колесо сейчас? 250. Спасибо большое. То есть за 250 рублей можно прокатиться на вот этом высоченном колесе. Я помню, когда оно открывалось, отстояли гигантскую очередь, потом еще ночная съемка. Это все есть на канале, вы можете увидеть, если прям вас это интересует. Вот на этих горках катался. Это прям, вроде кажется, ну что тут такого, но на поворотах там так к бокам прижимает, что... Особенно в парковых зонах, когда прогуливаешься и видишь цветущие деревья, это прям такое наше все, это прям наше вау. О, смотрите, здесь покосили камыш возле мостика и слева, и с правой стороны. И котик сидит, кого-то пытается поймать. Привстал уж при виде нас. И еще одно дерево, тоже жерделька цветет. Наверное, там рыбки, либо лягушки водятся. Кот, ты кого ловишь, честно? А лягушек, скорее всего. Он с ними даже, наверное, не ловит их, а развлекается. Эх, весна. И листики зеленые. Вы посмотрите, какая красота. Ой, ребята, они уже размножаются. Уф, это просто огонь. Рычал динозавры здесь, но мы идем не по эту душу. Хочу вам показать. В прошлом году, вы помните, здесь горел дом Верном. Ну и вот здесь появляется новый дом. То есть тот дом, давай до свидания, да здравствует новый дом. Ну, значит, хороший бизнес приносит нормально бабла, раз появляется снова и снова. В таком виде, думаю, их прям клево увидеть. Смотрите, ребят, вышли мы к речке Канапки. Здесь еще больше. Как тут благоухает все. Это детский парк называется. И вот, к словам, я с людьми спорил о том, что здесь было освещение, стояли фонари и были даже тротуарная плитка по набережной. Вот смотрите, остов того, что здесь было. Ну, вот фонарь. Понятно, что это фонарный столб, здесь было закрыто все. Я не знаю, можно даже покопаться, провода там найти. То есть это вот от фонарного столба остаток. Их так пройти здесь много. То есть здесь раньше была прогулочная зона с освещением. То есть, чтобы вы понимали, все уничтожено, ребят. Буквально можно прям по каждому дереву лазить, потому что здесь столько цветов, столько ароматов. Пчелки летают, вообще такая фантастика. Вот ребята тоже ходят, фотографируются, но они что-то возле розовых цветов. И смотрите, вот допустим, мы проходим еще один фонарный столб. То есть, еще раз говорю, здесь все было. То есть, здесь было реальное освещение. Вот они, остатки фонарных столб. Прям по берегу, то есть, прям по набережной. Можно было прогуляться, получить удовольствие, наслаждаться. И
Это было все для людей сделано. Детский парк, просто он не мог просто существовать, чтобы это как заросшее. Сейчас это все уже находится в частной собственности, к большому сожалению. Посмотрите, еще одна наша весенняя красота. Просто смотришь, вау, какие цвета, какие краски. И вот еще один столб. То есть, я думаю, что больше вопросов не должно остаться. Вот эти столбы фонарные вдоль всего берега. Причем толстый такой металл, видите, спиливали, воровали гады, металлоломщики. А так бы они стояли и никогда бы не проржавели. Ну, вот есть возможность подойти так к берегу. Тут, по-моему, мостик был, его тоже, походу, свистнули. Выходим на центральную аллею. Здесь у нас появился дом страха, который, я так понимаю, стоял в Анапе на центральном пляже. Точно, это он. Теперь он переехал сюда. Прикольно, прям в парке его взяли, поместили. Наверное, самым главным показателем весны является форзиция. Когда она зацветает, это вообще же наше все. То есть очень много желтого цвета. Зеленый-то мы привыкаем, в Анапе у нас всегда. Вот пчелки, прям работница опыляет их. Такая красота, ребятки. И, конечно, такие прогулки, это прям радость для души, потому что можно найти не только, как говорится, красивые цветы в Анапе, но и прийти с пони пообщаться. Он один лежит, спит, мы его трогать не будем, кайфует просто, загорает, у него все хорошо. А второй, вот смотрите, здесь пасется, мы попробуем сейчас к нему подойти, надеюсь, он нас не съест. Привет, пони. Нет, мы ему что-то не очень нравимся. А ну, Данил, подержи. Ой, хороший. Ну, у меня ничего нет. Ну что, не хочешь погладиться? Так, этот не хочет гладиться. Сейчас пойдем за следующим. Может быть, там нам повезет. Пони, привет! А вдруг? Ой, так вообще такой маленький. Привет. Ой, вообще хороший. Все, я нашел себе нового друга, ребята. Мы с ним даже похожи. Да? Привет. Пони. Похоже? Все, я буду пони. Вообще круто. Ну и телепочка. Даже Данилку дал погладить себя. Да не бойся, он тебя не куснет. Надо было только ему сахарочку взять. Вот не знали, что встретимся сегодня. Потихонечку все открывается. Какие-то, наверное, самые активные уже запускают все свои, так сказать, деньгозарабатывающие машины, аттракционы. И все идет к тому, что уже в скором времени тут будет жизнь, музыка уже играет, прогуливаться уже езди. Видите, сколько жизни. Так что приезжать стоит, есть где гулять, наслаждаться. Вот ощущения, конечно, у всех разные по погоде. Температурный режим-то для всех одинаковый. Но здесь, видите, кто-то в шапках идет. И когда ты видишь градусник, на котором тебе показывают, что 19,1, то есть думаешь, what the fuck, почему так происходит? Вон здесь тоже, смотрите, кстати, даже что-то реконструируют, переделывают, будет новенькое. Очень много изменений, ребята, очень много. Красавица вербочка прямо на берегу стоит, и вот там вторая. Уточки плавают. Ну, блин, восхитительно. Я, честно, кафанул сейчас прогуливаясь по нашему парку. Здесь был у нас багги-дром, а сейчас что-то здесь переделывают в нем. То есть делают какие-то настилы из леса. Что-то будет, короче, по-другому и, наверное, более интересно, что ли. В общем, увидим. Летом мы идем на вот этот маленький помост. Он, кстати, частично завалился. Здесь еще одна невеста стоит. Тоже белая, красивая. Сегодня много. Ой, какой от нее аромат. Ух, да? По-моему, самое пахнущее дерево из всех, которые мы сегодня посетили. Вы посмотрите. Да, там не чувствовался, здесь прям очень сильный аромат. О, рыбаки пришли. Опасно, конечно, так наступать. Вода прям очень чистая, кристальная. И рыбы что-то тут не видать. Не знаю, кого-то, но ребята поймать хотели. Слушайте, ну в такой воде классно, наверное, с подводным ружьем занырнуть. Попробовать там найти кого-нибудь. Попробуем перейти на ту сторону. Здесь у нас по-новому все выглядеть должно в этом году. То есть новая набережная появится. Без деревьев. Чистая плитка, короче. Все по-анапски. Сейчас мы туда пойдем. И самое главное, здесь у нас есть Анапа Республика Детства. Ролик вроде бы один. Анапа Республика Детства. Но
мы уже находимся на Пионерском проспекте. Посмотрите, кто-то подламывал буквы. Знаете, за что это происходит? Потому что люди пытаются на них залезть, и они обламываются, к большому сожалению. Это место еще примечательно тем, что у нас отсюда начинается велодорожка, которая идет до санатория «Мечта». Ну, 1/3 Пионерского проспекта покрывает. Прогуливаться здесь прям довольно-таки классно. Здесь у нас, видите, убирают тротуарную плитку. С этой стороны частично посносили ту и сделают туда заезд. Там, наверное, будет парковка. Надеюсь, что бесплатно. Хотя, ты такой дурак. Надеешься, что будет бесплатно. Проходить мы теперь будем, видите, по-новому. То есть оттуда будет спускаться сюда тротуар. И потом везти дальше. Здесь появляются разные торговые комплексы. Торгово-развлекательные, я бы их даже назвал, по которым... Я так понимаю, что в обещаниях также закончится все к 1 мая. Подняли грунт, а вот здесь должны быть какие-то как лавочки, насколько я помню, из того, что представляли на обозрение. То есть даже что-то вроде деревянной набережной обещали, но в итоге ничего на деревянную набережную не похоже. Вы, кстати, вот рады, потому что здесь теперь не пансионат, на закрытой территории, напоминаю, здесь «Голубая даль», если не ошибаюсь, он назывался. Был здесь, он ушел в далекое прошлое. Территорию продали, вот так вот перестроили. И в таком же формате у нас будет в скором времени выглядеть весь Пионерский проспект. Освещение здесь будет новое. Видите, старые столбы еще пока остались. Новые столбы поставили, будут освещаться в две стороны. Так что я так понимаю, что и с той стороны будут какие-то зоны прогулочные. Ну, либо просто речку подсвечивают. Здесь такая тоже зеленая улочка была, лавочки стояли. Сейчас, честно, вот концепция, конечно, отсутствие деревьев в зеленом городе Анапа на жаре, это прям вообще супер проигрышный вариант. Ну и выходим сюда. Здесь ранее была столовая. Я помню, что они говорили, что мы переделаем, тоже были деревья. В общем, мне очень в данный момент времени не хватает зелени и деревьев. Дальше вот здесь место было, где играли дети в футбол. Сетка такая была. Сейчас пока нету ничего. Им говорят, что это поле могут уничтожить. Возможно, выделят где-то в местах. Будем посмотреть. Главное, чтобы не трогали лог серебристый, который здесь произрастает. Одно из красивейших тоже мест. И мы попадаем с вами на центральный пляж. Ох ты ё! Сколько там народу, прям толпы гуляют. Помню, с какой помпы открывали этот мостик после реконструкции. Сейчас вот так вот отваливаются на нем фонари. Можете увидеть, висит полный воды. Маленький дырдочка бы там появился, было все хорошо. Там дальше я смотрю, что фонарик уже отвалился. Собаки загорают на наших пляжах. Здесь речка Анапа какая-то мутноватая становится. Ребенок погиб, кстати, прыгая с мостика, с этого. Никогда не позволяйте своим детям здесь это делать. И выходим сюда вот, возле Фатини, проход. Ой, какой аромат. Слушайте, вон булочки несут. Я думаю, откуда? Вот они, ларечек. Ну, кстати, недорогой ларечек, вкусный. Вот здесь была кафешка, тут ее сняли. Остался только навес. То есть других каких-то изменений я особых не вижу. Сейчас мы с вами выйдем и прогуляемся уже по центральному пляжу. Посмотрим, что здесь изменилось. Посмотрите, сколько людей здесь уже гуляет. Мы подошли ближе к речке Анапки. Хочу отметить, что нереальная ширина и глубина у нее. Я думаю, что по таким потокам уже не преодолеть будет это место. Раньше тут, ну, либо она совсем пересыхала. Вот вам, пожалуйста, обильные осадки, к чему привели, что речка Анапка теперь настоящая река. Ну и глядите, людей прям очень-очень много. Особенно иду по ветру, всех девушек пахнет своими какими-то ароматами. Это прям нереально классно. Очищать всю палитру духов, которые еще в России остались. Здесь можете видеть всех анапских волейболистов, которые решили не сидеть, говорится, не наращивать свои леса, пришли на анапские пляжи
поиграть в волейбол. Тем более погода располагает. И все площадки заняты. Тем, кому не хватило, он сами друг с другом подают. Там и там, и там играют. Кто-то клево приходит прямо со своими скамеечками отдыхать, с детками в песочке играть. Вообще, в общем, везде идиллия, солнце, красота. Но кто-то просто лежит, загорает в одеждах. Это тоже хорошо. На пирс люди щемятся вовсю, как только могут, потому что проход там закрыт. Но очень хочется пройти, это значит, что можно. Ну, пора узнать температуру водички. Смотрите, воздух у нас сегодня 22 числа у моря 17,3, там было 19, то есть температура, в принципе, комфортная. Единственное, меня удивляет, что никто не купается сейчас. Я прям очень удивился, но температура водички плюс 12,9. Я сегодня купался 9,9, а здесь прям почти летнее, еще 5 градусов, 18, это старт лета. И если такая погода сохранится, южный ветер и солнышко, я думаю, еще пару-тройку дней водичка будет просто вот такая. Пишите, приезжайте. Дети тут у нас бегают в трусиках в одних. И посмотрите, что все лавочки действительно заняты. Нет свободных мест. То есть настолько востребованы эти зоны отдыха. Вот так вот, нежданно-негаданно нашли то удовольствие, в которых можно получать и делиться. Я понимаю, что надо вообще заранее занимать эти места, чтобы прийти посидеть. Детская площадка тоже полностью вся в детях. Ну и здесь возле надписи, наверное, самый главный аншлаг в Анапе. Смотришь, как дети перекапывают наш пляж и понимаешь, что он должен быть очень чистый, чтобы им было это комфортно делать. Ну, массовая компания. Тут что-то это напоминает. Интересно, но это просто яма со сливом воды. Туда заливаешь воду, и она потекла внизу. Ну и надпись «Море в море». Здесь обратите внимание на лаунж-зоне, сколько людей на Гребенской. Просто толпы народища. Как это классно все выглядит. Смотришь прям, ой, мама, какой это рай. Краснодарский край. Вот пёсик клёвый. Смотришь на это все гуляющее, радостное сообщество любителей моря. Так на душе хорошо становится. Посмотрите, здесь тоже люди загорают, здесь выпивают. Там просто гуляет. В общем, жизнь в Анапе кипит по полной программе. Получающие удовольствие лица все спокойные, умиротворенные. Все хорошо. Это чего еще нам надо? Еще. Ай. Посмотрите, какие чистые воды центрального пляжа Анапы. Обычно они до июля, в прошлом году почти до августа было такое море именно на центральном пляже. Никто не поймет, почему его так сильно хаят. Тут было классно. Подманивают лебедей, но лебедей, я так понимаю, что такие количество людей сегодня уже раскормили, и они просто уже есть не в силах. Подходим к центральному пляжу города Анапы, и здесь людей становится еще больше. Значит, по улице Гребенской было меньше, по-моему, чем здесь, хотя там больше лавочек, скамеечек, но я так понимаю, что многие выходят через центральный парк возле администрации. На центральном пляже прям такой большой трафик людей, это очень круто. И все стремятся к тому, чтобы подойти и к лебедям поближе. А лебеди почему-то не подплывают. Это самое странное, непонятное.
Вот он, тот самый выход с центрального парка. Самое классное, это, конечно, наблюдать работающий фонтан уже отсюда. Я их вижу возле администрации. Просто такая вау-система. Здесь я уже вижу, что плитку переложили. И, по крайней мере, вот эту центральную часть уже привели в порядок. Заканчиваются работы по переукладке плитки. И приводится город. Прям такой шикарный вид. Люди гуляют, катаются. Кстати, транспортные все эти средства запрещаются, засыпают грунт и все. А потом в дальнейшем, я думаю, что здесь все это переформатируют и сделают совершенно по-другому. Все работы должны закончиться к 1 мая, дорогие друзья. Вот это новая переформатированная зона. Здесь стоял Экскалибур, большой аттракцион. Теперь тут детские аттракциончики. Причем залили бетончик, установили скамеечки. Эти люди там раскатываются с удовольствием на роликах. С этой стороны, если вы еще не видели, такую большую зону вокруг кольца обозрения сделали. Лавочки, ребята, в парке появляются лавочки. Это, вы не поверите, но это очень круто. Причем лавочки такого советского стиля. Спасибо, это очень хорошо. Ну, вид меняется. Я иду, аж честно, до мурашек. Прям очень красиво становится. Вот, допустим, серф-кафе, она продолжает работать. Пешеходная улица Горького. Обратите внимание, сколько людей. Везде люди, люди. А смотрите, какой подвох, работает только центральная часа. Я еще сверху не понял, думаю, что такое, а маленький не работает. И везде просто большое количество людей гуляет. Очень много молодежи прям группами прогуливается. Ну все, теперь я готов идти вместе с вами смотреть центральную чашу фонтана Анапы. Жалко, конечно, что не заработали все остальные. Я, честно, надеялся, в этом году их пораньше запустят. Но хотя бы уже центральный работает, это уже хорошо. Вот на этом бы хотел, чтобы все-таки подсветку починили. Потому что в прошлом году и позапрошлом году, и позапозапрошлом году она не работала. Люди сидят на лавочках, отдыхают. Но самая главная радость наша впереди, друзья. Я слышу приближение, звук, звучат фонтаны. И уже сразу же, видите, возле фонтанов собираются люди, потому что это действительно самая главная достопримечательность нашего города, в который стягиваются все, какая красота. Фонтанчик будет радовать нас своими звуками, надеюсь, песнями, запустят все уже основные чаши, и это будет просто очень-очень классно. Кстати, контрасты меня, конечно, восхищают. Кто-то в куртках тепло одет, а кто-то вот в юбках. Или он в безрукавках. То есть фантастически разные одежды. Но фонтан радует, как и прежде. Погода, солнышко. И это мне очень радует. Надеюсь, что и вам фонтан доставляет большую радость и удовольствие. Это просто. Прощаемся с фонтанами и прогуляемся еще немножечко по Гребенской. У нас есть донатик на шаурму. Сейчас пойдем
потратим его. Данил как раз у нас готов перекусить. Какие же ароматы вокруг. Просто вот реально запах лета появляется, в воздухе витает. Осталось еще добавить градусов 5 тепла, и все, это будет прям самая шикарная погода. Мои дорогие друзья, конечно, меня сейчас удивляет, как молодежь одевается, особенно мужики вот в постреленных штанах, голые лодыжки. Блин, ладно, все, я развинить надо. По работающим заведениям, да, то есть можете посмотреть, вот Вав-кафе, семейная винодельня Сравомарня работает. Посейдон и Додо Пицца. Кофе пей с одной стороны, с другой стороны. Это пересечение улицы Горького и улицы Краснодарской мы подошли. То есть абсолютно все функционирует. Людей довольно-таки много, в заведениях сидит. А что, приезжайте, ребята, скучно не будет. Поесть есть где. Жизнь кипит в Анапе. Ждет только вас эта обстановка по кайфу. Когда извинился тот момент, когда я стал смотреть на проходящих людей вокруг, как, здравствуйте, как на молодых ребят. И, блин, фантастика, просто везде движ. Ну, кстати, магазин «Беги по небу», прокат великов там есть, может, если вам понадобится. Мини-фикс с той стороны. В общем, все, по-моему, открылось, друзья. Так, здесь мы подходим к канапскому клубу. Яга называется, который звучит очень сильно. Одежды много. Здесь фонтанчик. И народ врывается на движуху какую-то, ребята. Прикольно, колоритненько все это смотрится. Не знаю, что там сегодня за движуха, но люди сюда прям идут. Попытайся, как говорится, ворваться на движуху молодежи. Блин, когда я себя чувствую старым, такие молодые девчонки, пацаны стоят. Я себя ощущаю, блин, как будто мне уже лет 60. Они так молодо выглядят. Вообще. Говорят, пати. Все, дорогу молодым. Пора нам старикам отдыхать, ребята. Хинкальная работает. О, кстати, знаете, с той стороны старик Хинкалыч открылся. Вот надо будет как-то сходить туда на обзорчик, но не сегодня. Это точно, но мы обязательно побываем. Напоминайте мне, ребята, смотрите, один из движниковых проходов. Это перекресток Гребенской и Горького. Мы сейчас пойдем вот Гирос Кинг, шаурму возьмем там. Музычка играет, люди с живым звуком поют. В общем, движуха. Прям почти лето, друзья. Я стою, нормально тему выкладываю, чтобы меня спасибо. Не снимали. Спасибо. Я так видел тебя пару раз в Ютубе. Спасибо большое. Что смотрите, как минимум, это уже хорошо. Вы здесь тоже кушаете? Да, кушаю. Люблю Анапу просто. Ну, дай бог. Я вот честно... периодически сюда переезжаю. Из города Москвы. Я вообще хочу, блин, сюда переехать. А что, мешает работа? Мешает, ну, некоторые жизненные обстоятельства. Дай бог, чтобы все получилось. Да, дай бог, чтобы здесь у вас классно. Полностью согласен. Особенно вот сейчас погода, да. Та, в которой здесь шик, хочется жить. Шик, да. Что тут весна и осень, ты сам знаешь, очень мягкая. Да, да. Большая. Нормально? Нормально. Все, улыбайся, самое главное. Так, друзья, мы отправляемся дальше по улице Горького прогуливаться. Ой, смотреть, я взялся кофеечка, америкашка здесь по 80 рублей, как бы это классно, взбодримся. Здесь как-то раз мы тоже шашлычок кушали, но мне суховатый попался. Так вроде бы все хвалят, мне причем подписчики туда отправляли, говорили, неплохая шашлычка. Слушайте, ну тут прям сегодня прям сейшн, девушка. Вау, вот это лук, девушка. Прям вообще настолько прикольно смотрится. Идешь, такие аппараты встречаются прям. Эх, может когда-нибудь. Так, друзья, мы до конца не пойдем по прямой. Там еще впереди работает столовая шашлычная, тоже неплохо. А свернем немножко на переулок Малинкин. Он нам сэкономит время, чтобы дойти до улицы Кати Соловьяновой. Это гораздо ближе получается. Но они такие аутентичные, анапские. Такой здесь переулочек, потому что дом на доме. И этот квартал выглядит довольно-таки интересно. Но могу сказать, что здесь люди дружные живут во время обсуждения генплана Анапы. Они прям так... бойко все пришли, проголосовали, решили, и все, и живут все дальше, как им надо. Вообще молодцы. Улица Кати Соловьянова, пересечение с переулком Малинкиным. Здесь у нас находятся уже отели. О, кстати, у меня есть на этот отельчик обзор. Обратите внимание, дорогие друзья, это пересечение Кати Соловьяновой с улицей Красноармейской. Здесь прям несколько деревьев подряд цветущих уже. Аромат стоит волшебный. Посмотрите на вот эту красоту. Ну, в этом вся Анапа. А если вам сегодня понравилось гулять, надеюсь, что лайк заработал. Просто желто-зеленая красота. Здесь куриная слепота. Ну, куча всяких разнообразных цветов. Просто суперский палисадник. И дополняет картинку. Это, конечно же, еще и цветение деревьев. Вот такой вот финальный аккорд в нашем видеосюжете.